Вашему вниманию новости на 24KZ, в студии работы Динара Жамбатырова. Порядка 60 международных соглашений ратифицировали парламентарии в уходящем году. В Сенате подвели итоги деятельности по линии международных отношений. Их озвучил председатель комитета Андрей Лукин. Он рассказал, что за 12 месяцев проделана колоссальная работа как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. По его мнению, плодотворными стали встречи в рамках ООН и форматах C+. Удалось наладить более тесное сотрудничество не только с государствами Центральной Азии и странами-соседями, но и с США и Европейским Союзом. Он отметил и значимость международных мероприятий, проводимых в Казахстане. Один из них – саммит Организации Тюркских Государств. Официальные рабочие визиты в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Египет укрепили двустороннее сотрудничество. В уходящем году порядка более 60 соглашений было ратифицированным парламентом в различных отраслях, как экономики, так и взаимодействия с различными государственными структурами стран, как ОДКБ, СНГ и другими странами. В вопросах укрепления права были ратифицированы соглашения о правовой помощи, об оказании сотрудничества в области противодействия преступности, борьбы с наркобизнесом. Подводя итоги, Лукин отметил, напряженная работа в первую очередь помогла продвижению инициатив Казахстана на международном уровне. Казахстан исключил движение «Талибан» из списка запрещенных организаций. Решение принято, исходя из резолюции Совета безопасности ООН, которые обязательны к исполнению. Согласно документам, движение «Талибан» не входит в списки организаций, признанных в качестве террористических, пояснил официальный представитель МИД Айбек Смадияров. Он подчеркнул, Казахстан и далее будет строго придерживаться принимаемых Советом безопасности и Генеральной Ассамблеей ООН решений и резолюций. К слову, наша страна регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных организаций. На 12% снизился общий уровень преступности в Казахстане. В этом году зарегистрировано на 14 тысяч преступлений меньше, чем в прошлом. Об этом сообщил министр внутренних дел. По словам Ержана Саденова, число разбоев уменьшилось на 28%, грабежей на 13%, правонарушений на улицах на 8%. Ужесточены меры противодействия бытовому насилию. С 1 июля полиция перешла от правительственного, от заявительного на выявительный характер регистрации таких правонарушений. В результате число граждан, привлеченных за насилие в семье, увеличилось в 3 раза, с 13 до 35 тысяч. На 14% стало меньше фактов скотократства. Раскрыто больше 660 граж. Пресечена деятельность 112 преступных групп, пресечено свыше 8 миллионов 200 тысяч нарушений правил дорожного движения. Благодаря видеокамерам, отмечают в МВД. Улучшилась раскрываемость преступлений, повысился уровень безопасности на улицах и в общественных местах. За год пресечена деятельность свыше 70 организованных преступных групп и 9 транснациональных преступных групп. В результате совместной работы правоохранительными органами ликвидировано 75 подпольных нарколабораторий. Заблокировано 6 тысяч незаконных интернет-ресурсов, связанных с наркотиками, и более 20 тысяч интернет-ресурсов с признаками мошенничества. Больше 22 тысяч человек спасли и эвакуировали сотрудники службы МЧС в этом году. Спасательными подразделениями совершено свыше 76 тысяч оперативных выездов. Число ЧС снижено на 6,5%. Итоги уходящего года подвели в профильном ведомстве. Как отметил его руководитель Сарым Шарипханов, год выдался напряженным. Произошел ряд ЧС природного и техногенного характера. Оперативную обстановку усложняли природные аномалии. Тем не менее, удалось спасти больше 22 тысяч и оказать первую помощь 5 тысячам граждан. Как отметил министр, на сегодня завершено строительство 6 пожарных депо и водно-спасательных станций. Возводят селезадерживающие плотины в Алматинском регионе. Приобретено свыше 250 единиц пожарной и спасательной техники, 2 вертолета и больше 70 беспилотных летательных аппаратов. Решен вопрос по повышению заработной платы, выплате надбавок и доплат за постоянную готовность наших сотрудников.
Сегодня в подразделениях МЧС проходит службу более 27 тысяч сотрудников, которые круглосуточно и оперативно реагируют на все чрезвычайные ситуации по стране. В рамках международного сотрудничества наши спасатели активно участвовали при ликвидации последствий разрушительных землетрясений в Турецкой Республике и Афганистане, а также оказании гуманитарной помощи Палестине и Сирийской Республике. Их помощь и профессионализм высоко оценен властями и жителями этих государств. Уходящий год был непростым для спасателей области Абай. Лесной пожар, который бушевал летом в регионе, показал героические способности тех, кто боролся на передовой. Среди них и водитель пожарной машины Думан Баймуратов. Позже указом президента его удостоили государственной награды. С героем наших дней встретилась Асим Утешева. Скоростное маневрирование по колее и ухабам при практически нулевой видимости. В таких сложных условиях в лесном пожаре работал водитель пожарной автоцистерны Думан Баймуратов. Было сильное задымление. Работали настолько изнурительно, что даже не понимали, сейчас день или ночь. Небо не было видно. Время будто остановилось. Мы несколько суток не выходили из леса. Было очень трудно. Только сейчас я это понимаю. Тогда наша задача стояла ликвидировать стихию. Думан Баймуратов в пожарной части работает 10 лет. При заступлении на боевое дежурство он так же, как и остальные, обязан уметь работать с находящейся в боевом расчете техникой. С Думаном совместно работаем 2 года уже. За это время Думан показался как хороший водитель, ответственный такой, оперативный. Ну, свои навыки он отлично проявил, получается, на нынешнем пожаре, который был в Абайской области нашей. Очень добросовестно, быстро маневрированные водители по местности хорошо адаптируются. За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, Думана Баймуратова наградили государственной наградой Айбын 3-й степени. В данный момент служба пожаротушения в области Абай имеется 781 человек личного состава. А также у нас имеется высокопроходимая техника, вся как зимний период. В основном, где бывают случаи аварийно-спасательной работы, выезжают наши техники. За год спасатели осуществили почти 2500 выездов, большая часть которых составили пожары. Спасено 40 человек. Из-за снежных дорог эвакуированы свыше 300. Асим Утешева, Медит Мирханов, 24KZ, область Абай. Больше 30 лет работает пожарным Бекмурат Сурабалдиев из Тараза. На его счету порядка 40 спасенных жизней, в том числе при ликвидации пожара на складе боеприпасов воинской части Байзакского района. Он по-прежнему в строю и сейчас делится своими знаниями с молодыми коллегами. Спасать жизни людей и животных помогает и водолаз Айдоса Бильда. Моя коллега Анастасия Сулейманова продолжит. Тушить пожары и спасать жизни людей Бекмурат Сурабалдиев мечтал с детства. И вот уже пролетело больше 30 лет, как он с головой окунулся в любимую профессию. Несмотря на предпенсионный возраст, пожарный до сих пор продолжает выезжать на выезды и бороться с огнем. Несколько месяцев назад спасатель вытащил из огня мать с сыном. С 4-го этажа высовывались 2 пострадавших, один мужчина, другой женщина. Мужчине 20 лет, сын оказывается. Оперативно решили подняться на 4-й этаж. Когда спасал сына, вынес сына, уже коридор был охвачен полностью огнем. В результате спасения сына я получил 3-й степень ожог спины. В больнице оказался, неделю пролечился и сейчас в строю. В пожарной части Бекмурат Сурабалдиев яркий пример преданности и любви к своей профессии. За многолетний труд он имеет немало наград. Своими знаниями и умениями опытный пожарный охотно делится с молодыми коллегами. За годы своей работы воспитал не одну плеяду пожарных. Все они достигли различных высот на службе. Несмотря на солидный возраст, Бекмурат Мирзабекович возглавляет коллектив, руководит отделом и при пожарах различной сложности сам выезжает на место происшествия, участвует в ликвидации огня. Он очень ответственный, исполнительный и гуманный. Пример для нас во всем. А это трогательное видео спасения собаки облетело интернет и восхитило пользователей всемирной паутины. Животное в затопленном из-за прорыва дамбы селе Туркестанской области несколько лет назад спас Айдос Абильда. Спасателем-водолазом он работает 4 года. Вот так у нас спасают ребята, молодцы. Департамент чрезвычайных ситуаций прям тысячекратное спасибо. Эти слова благодарности за спасение лебедя. Айдос вызволил птицу из ледяного плена в середине декабря в 30-градусный мороз.
Я надел водолазный костюм и, прорубив лед, погрузился в воду. Момент спасения лебедя сняли жители и выложили в интернет. Животные, как и люди, живые существа. Долг моей профессии и моя святая обязанность – помогать всем без исключения. О том, что застрявшей птице требуется помощь, незамедлительно сообщила спасателям зоозащитница и активистка города Жанна Папина. В любых других случаях, вот из личного моего опыта, они всегда помогают спасать. Своему вот этому названию «спасатель» наши ребята соответствуют полностью. Хочу сказать спасибо ребятам за каждую спасенную душу, будь то человек, либо будь то котенок, которого мы не можем снять с дерева. Айдос признается, что оказывать помощь и спасать жизни помогает его первая специальность фельдшера. Говорит, однажды удалось вернуть к жизни почти бездыханное тело 7-летнего мальчика, который едва не утонул на озере. Всего в 2023 году пожарные и водолазы региона спасли свыше 5000 человек. Анастасия Сулейманова, Тимур Сейхан, Эльдар Байдельда, Тарас, 24 KZ. От ураганов и землетрясений до наводнений и пожаров в 2023-м произошло немало смертоносных катаклизмов. В результате мощных подземных толчков в Турции погибли свыше 50 тысяч человек. На другом континенте, в Канаде, лесные пожары сожгли 18 миллионов гектаров леса. О том, какие природные стихии пережили люди во всем мире, в материале моих коллег. Февраль 2023-го. На границе Турции и Сирии произошли мощные землетрясения. Число жертв достигло почти 60 тысяч человек. За мощным подземным толчком в районе турецкого города Газиантеп последовал другой, около провинции Кахраман-Мараш. Магнитуда обоих толчков составила свыше 7,5. После этого зарегистрировали сотни афтершоков. В Турции погибло свыше 50,5 тысяч человек. Разрушительный удар пришелся и на территорию Сирии. Там погибли более 8,5 тысяч человек. Местные власти назвали сложившуюся в стране ситуацию гуманитарной катастрофой. Кроме того, толчки ощущались на территории Израиля, Ирака, Кипра, Ливана, Грузии, России и даже Гренландии. В сентябре сейсмологи фиксируют землетрясение магнитудой 6,8, на этот раз в Марокко. Оно стало крупнейшим за последние 100 лет в стране. В результате погибли почти 3000 человек, еще порядка 2,5 получили ранения. Эпицентр находился в 80 километрах к юго-западу от Марракеша, и толчки ощущались в радиусе 400 километров. В помощь местным спасателям слетелись коллеги со всего мира. Рабат принял предложение о помощи от Испании, Великобритании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Значительные разрушения получили некоторые части исторического центра Марракеша, входящего в список наследия ЮНЕСКО. В этом году Канада пережила самый сильный сезон пожаров за всю историю. Площадь территории, охваченных огнем, превысила 18 миллионов гектаров. Леса пылали как на западе, так и на востоке страны. Возгорания этим летом также были активны на северо-западных территориях, в том числе за полярным кругом. Это привело к тому, что общий объем выбросов углерода в стране значительно превысил все предыдущие годовые показатели с начала наблюдений 2003 года. За год в Канаде возникло больше 4500 очагов возгорания. Смог из-за пожаров достигал Вашингтона, Нью-Йорка, а также городов Западной Европы. От многочисленных лесных пожаров в этом году не раз страдала Греция. Первые возгорания зафиксировали 17 июля. Самая напряженная обстановка наблюдалась на острове Родос. Оттуда эвакуировали около 30 тысяч жителей. Местные власти объявили режим ЧС. В общей сложности сгорело больше 50 тысяч гектаров растительности. По подсчетам ученых из службы ЕС «Коперник», в результате возгораний только в июле в атмосферу попала мегатонна углекислого газа. Августовские лесные пожары в Греции продолжили печальные события июля. Тогда сильнее всего пострадал регион Эврос. Там погибли больше 20 человек, а тысячам пришлось уехать. Еврокомиссии назвали пожар самым крупным в ЕС за последние 23 года. Стихия опустошила территорию в 77 тысяч гектаров. Наводнение в ливийском городе Дерна унесло жизни более 11 тысяч человек. Еще порядка 20 тысяч считаются пропавшими без вести. Разрушительная волна была вызвана циклоном Даниэль. 10 сентября он принес в район города Дерна на востоке страны штормовой ветер и ливни с грозами, которые прорвали две плотины. В результате целые районы оказались под водой, а местные жители унесены потоками в Средиземное море. В ООН считают, что трагедии можно было избежать, если бы должным образом работала метеорологическая служба, которая бы заранее предупредила о погодной опасности, чтобы власти успели эвакуировать местных жителей. Сандугаш Байгуаныш, Жанна Хусаинова, 24 KZ.
Штат Мэн запретил Дональду Трампу баллотироваться в президенты. Это связано с 14-й поправкой Конституции США, которая не допускает участников мятежа к выборам. Об этом заявила государственный секретарь штата Шенна Беллоус. По ее мнению, экс-президент добивался отмены итога выбора 2020 года и подстрекал своих сторонников к штурму Капитолия в январе 2021. Ранее подобный запрет выдвинул Трампу штат Колорадо. Все случаи будут рассматриваться в Верховном суде страны. Если запрет в каком-либо штате останется в силе, то экс-президент США автоматически лишится голосов выборщиков от этого штата. Напомню, выборы в стране запланированы на 5 ноября следующего года. That will be booster engine cutoff, or BECO. Screen some views from the side boosters. The side boosters boost back burn. MECO stage boost back shutdown. That call out, and you can see on your. Вы смотрите новости на 24KZ, и мы продолжаем. Правительство утвердило генплан города Жезказгана. Основной документ будет реализован в два этапа. Он определяет механизмы социально-экономического развития и пути совершенствования науки и знаний. Отмечу, в центре вновь созданной Улытауской области существует множество проблем, которые ждут своего решения. А из-за отсутствия генерального плана реализация ряда проектов, к примеру, связанных с жилищным строительством, была отложена. Каким же будет будущее города? Подробности в репортаже нашего корреспондента. Утвержденный правительством на ближайшие 15 лет генеральный план обсуждался жителями три раза за год. Проект создан с учетом пожеланий горожан. Согласно нему, жилая площадь увеличится на 100 гектаров. Также в будущем планируется объединить Жезказган и Сатпаев в единый город. Направление, которое поддержало большинство населения, это дальнейшее развитие города через село Кенгир, далее городу Сатпаево. По нашим отчетам, этот план мы реализуем до 2038 года. Динамика численности населения Жезказгана в последние годы растет. Согласно этому, а также развитию экономики, мы прогнозируем увеличение до 145 тысяч человек. К слову, жилищное строительство в Жезказгане не велось уже четверть века, а за последние 2-3 года были реализованы лишь несколько проектов. Старые дома пришли в упадок. Решение данной проблемы также прописано в генплане. Теперь нет никаких препятствий для инвесторов, желающих вложить свои средства. Желаем, чтобы строились новые жилые дома, поскольку это центр города. Хотелось бы, чтобы здесь было побольше мест для отдыха. Детям нужны места для отдыха. Если построят много объектов, то и людям нашего возраста будет легче. Например, вместо того, чтобы водить детей куда-то далеко, мы могли бы и рядом найти нужную секцию или кружок. Вместе с тем, по плану будет проведен ряд работ по улучшению экологической ситуации города. Прежде всего, будет изменено место полигона бытовых отходов. Количество зеленых насаждений в городе планируют увеличить в два раза, а набережная Кенгирского водохранилища станет зоной отдыха. Помимо этого, будут построены 29 детских садов, 8 школ и 7 больниц. Это связано с ростом численности населения. Реализация генплана начнется в марте следующего года, а пока земли, выделенные инвесторам для осуществления проектов, будут выставлены на аукцион. Наргиза Такижанова, Ельдос Кенов, Нурдаулет Аманкешев, Нурбол Уздыкбаев, 24KZ, Улытауская область. А дальше вашему вниманию короткая реклама. Оставайтесь с нами и не переключайтесь. Чем может закончиться неосторожное использование петард? В преддверии Нового года эксперты настоятельно рекомендуют покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, а не на стихийных рынках. Конечно же, стоит обращать внимание и на срок годности товаров. Какие еще правила нужно помнить, чтобы запуск фейерверков не закончился больничной койкой, расскажет Алишер Накипов. Всего несколько дней осталось до начала 2024 года, а значит, совсем скоро по всей стране вновь начнут запускать фейерверки. На протяжении многих лет салют служит казахстанцам непременным атрибутом праздника. Но спасатели больше волнуют безопасность, нежели яркие краски в небе. Безобидное развлечение может привести к тяжелейшим последствиям. В прошлогоднюю новогоднюю ночь в Казахстане серьезно пострадали 15 человек при использовании петард. В столице, например, из-за неправильного применения пиротехники произошло возрождение.
сгорания балкона квартиры. Мужчина и двое детей получили термические ожоги губ и кистей рук. Аналогичный случай пару дней назад произошел и в Павлодаре. Из-за несоблюдения элементарных правил в одной из высоток города загорелся утеплитель на балконе. Желательно, конечно, пиротехнику запускать на отдаленности 50 метров от жилых построек, чтобы во избежание, чтобы в окна не попадали фрагменты пиротехнических изделий. Также смотреть стоянки автомашин для избежания возгорания и повреждений. Следует не допускать, чтобы несовершеннолетние сами использовали. Присутствие только взрослых, чтобы в нетрезвом виде тоже не подходили к пиротехническим изделиям. Чтобы избежать несчастных случаев, петарды нужно покупать в проверенных магазинах, а не на стихийных рынках. Понять, что вы имеете дело с контрафактной пиротехникой, несложно. Стоит лишь попросить у продавца сертификат на товар. При покупке петард, фейерверков, бенгальских огней следует обращать внимание не только на сертификацию товара, но и на упаковку. Потребитель, сегодня покупая пиротехнику, петарды, хлопушки, в первую очередь должен обратить внимание на целостность упаковки. На то, чтобы, допустим, упаковка выцвела, помятое изделие, видно, да, на нее воздействия какие-то были. На эти вещи надо обращать внимание. Это первый признак того, что данная петарда или хлопушка, она может взорваться раньше времени, да, и либо вообще не загореться. Больше 500 штук контрафактной пиротехники изъяли из торгового оборота полицейские и спасатели Восточно-Казахстанской области. Поддельные фейерверки и петарды свободно продавались на рынках. Пресечь факты незаконной торговли удалось в ходе рейдов и контрольных закупок. Проводят их ежедневно и закончат к середине января. Специалисты напоминают, розничная продажа таких изделий разрешена лишь в подготовленных павильонах, оснащенных пожарной сигнализацией и средствами защиты от огня и прямых солнечных лучей. В столице прилавки также завалены огромным количеством салютов, и далеко не все предприниматели ознакомлены с правилами реализации товара. По данным МВД, в Казахстане лицензию на продажу пиротехники имеют лишь 40 юридических лиц. За торговлю контрафактным товаром грозит штраф 25 МРП. Это больше 86 тысяч тенге. Мне выписали штраф. Я нарушил правила по содержанию пиротехнических изделий. Не знал о них. Отныне буду работать по закону. Между тем, в МВД озвучили сумму штрафов за салюты на Новый год. Как сообщили в ведомстве, наказание в размере 69 тысяч тенге можно схлопотать за фейерверки не в то время, не в том месте, в общественных пространствах, с балконов и окон квартир. Штрафы могут выписать и за нарушенный покой соседей. Шумных празднующих ждет не только денежное наказание от 100 до 300 тысяч тенге, но и конфискация фейерверков. Алишер Накипов, Нургали Мамурбаев, 24KZ. Термические ожоги кистей рук, лица и даже оторванные пальцы. В Казахстане растет ежегодная статистика по травмам от использования фейерверков. Если ЧП все же случилось, прежде всего нужно наложить бинт на место повреждения и вызвать скорую, говорят врачи. Травмы от пиротехники – это сезонные травмы. Они у нас происходят раз в году, в предновогодние праздники, ну и, естественно, в Новый год. Слава Богу, в другие праздники у нас как-то фейерверки не прижились. Например, если даже маленькая петарда попадает в глаз, это очень тяжелая травма. На своем опыте основываясь, скажу, бывают и травматические ампутации фаланг пальцев. Дождь, снег, порывистый ветер и гололед ожидаются сегодня почти на всей территории Казахстана. В республике сохраняет свое влияние атлантический циклон, при этом погода будет относительно теплая. На севере страны ночью похолодает до -5, днем столбики термометра поднимутся до +4. На юге воздух прогреется до +7, ночью похолодает до 0 градусов Цельсия. Сильные дожди пройдут в горных районах Жамбылской области. Гололед ожидается во всех регионах страны. В Астане также ожидается дождливая погода. Столбики термометра опустятся до 0 градусов Цельсия. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.